В этом году исполняется 20 лет со дня основания Азербайджанского национального культурного центра. В связи с юбилейной датой при участии сотрудников Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами, членов азербайджанской делегации, представителей национальных культурных центров и обществ проводятся различные мероприятия. Семья Жумахмудовых – символ благородства и толерантности, поэтому программа этого дня началась с возложения венков к их памятнику на площади Дружбы народов. Хочу поблагодарить наших коллег из Узбекистана, которые создали прекрасные условия для культурного центра, который здесь функционирует. Узбекистан является многоэтнической страной. И это, конечно, видно. Это видно, что созданы условия, чтобы люди могли свободно проводить культурные мероприятия различного уровня. Мы очень активно сотрудничаем. В этом году в рамках объединения тюркоязычных стран мы будем проводить молодежный лагерь для диаспоры. Встреча продолжилась в Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Наваи. Участники международной научно-практической конференции обсудили перспективы развития сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном. Узбекистан – толерантная страна. Здесь в мире и согласии проживают представители многих национальностей. Я в совершенстве выучил узбекский язык и даже пишу стихи на узбекском. Мы все представители тюркских народов, и нас объединяет история, язык, религия, цели и традиции. Мероприятие, посвященное 20-летию Азербайджанского национального культурного центра в Ташкенте, продлятся до 26 мая.